Салют! Слыхали? Пропавший наследник Уриэля Септима собрал стражу и разбил орду Дейдра у Брумы. Отлично! Отлично! Удачного тебе дня! Удалось добыть желчь беса для меня? Она нужна для моих исследований. А, тебе удалось ее добыть, свеженькую. Я понимаю, что тебе заплатит за это гильдия, но я прошу принять и мой подарок. Возможно, он пригодится тебе. В следующий раз, пожалуйста. что такое, гражданин. Приветствую, гражданин. Я представляю власть императора, или представлял, по крайней мере. Говорят, что Кинарет пожаловала кому-то сапоги крестоносца. Не могу представить, через что ему пришлось пройти, чтобы заполучить их. Прощай, гражданин. Ты думаешь, я под впечатлением? Ура! Открой ворота, пожалуйста! Я должен выбраться отсюда! Спасибо за мое освобождение. Я потерял счет дням плена. Эти негодяи очень долго держали меня в плену. Они хотели узнать, как добраться до щита, и думали, что я им помогу. Когда я отказался, они заперли меня здесь и выпускали только, чтобы мучить. Они ничего от меня не добились. Я сэр Тедред. Я пришел сюда в поисках щита Крестоносца и попал в засаду этих трусов. С тех пор они держали меня здесь. Я не могу позволить себе такого. Тебе придется идти в одиночку, но ты можешь использовать мои знания. До того, как найти этот форт, я кое-что узнал о тех, кто его построил. Он создан, чтобы хранить щит в безопасности. В записях, что я нашел, упоминается фраза: «Когда глаза стражей следят за вами, Джулианос благословит вас». Не знаю, как это поможет, но уверен, это ключ к безопасному проходу через эти руины. Я рассказал об этом только тебе. Надеюсь, пригодится.